Процедура гидроклин – это эксклюзивный метод ухода, который обеспечивает непревзойденные результаты глубокого очищения кожи и возвращает ей здоровое сияние. Процедура гидроклин проводится в два этапа. Первый этап – глубокое очищение с помощью термоэлектрода термоклин. Второй этап – массаж. Перед выполнением профессиональной процедуры косметолог проводит консультацию для определения целей клиента в уходе за кожей. Подготовка. Обработайте руки и рабочую поверхность электрода дезинфицирующим средством. Нагревайте электрод до тех пор, пока не прекратится мигание светового индикатора. Выполните очищение кожи лица и шеи с помощью Eau de Maquillant Parfait. Просушите салфеткой. Первый этап – глубокое очищение с помощью термоэлектрода. Сочетание теплового воздействия запатентованного электрода термоклин и активных ингредиентов очищающих гелей усиливает секрецию сальных и потовых желез для улучшения выведения излишков кожного сала и токсинов. Кроме этого, благодаря воздействию электрода термоклин происходит расширение устьев волосяных фолликулов, что облегчает удаление комедонов. Нанесите 10 мл очищающего геля в зависимости от типа кожи клиента. Универсальный очищающий гель для всех типов кожи. Интенсивный очищающий гель для жирной кожи. Очищающие гели совместимы друг с другом. Их можно наносить одновременно на различные зоны лица. Так, например, на Т-зону можно нанести интенсивный очищающий гель, а на остальные участки лица – универсальный очищающий гель. Сначала проверьте температуру электрода на своей руке. Затем адаптируйте ее в зависимости от чувствительности кожи клиента. Перед тем, как приступить к выполнению первого движения, нанесите гель на электрод толстым слоем. Повторяйте каждое движение 3 раза в обоих направлениях. По шее. По контуру лица,
Над верхней губой? Скулы. Лоб. Движение в области Т-зоны выполняйте медленнее, так как здесь содержится наибольшее количество сальных желез. Подбородок. Крылья носа.
Лоб. Лоб. Удалите остатки геля шпателем. Смойте водой. При необходимости проведите механическую чистку. Протрите кожу лосьоном и просушите салфеткой. Второй этап – массаж. Выполните массаж лица в течение 5-7 минут, используя серум-крем для массажа. Модельяж Боте серум-крем. Массаж способствует улучшению лимфооттока, нормализации микроциркуляции, расслаблению напряженных черт лица и разглаживанию поверхности кожи. Затем протрите кожу лосьоном и просушите салфеткой. Завершающий этап. Завершите процедуру нанесением продуктов для ухода за кожей, соответствующих потребностям кожи клиента. Для того, чтобы ваш клиент смог полностью убедиться в эффективности процедуры и увидеть полученные результаты, предложите ему зеркало. Сразу после процедуры кожа выглядит здоровой и сияющей. Она насыщена кислородом и подготовлена к лучшему усвоению активных компонентов последующих продуктов ухода. Назначьте клиенту дату следующей процедуры в салоне и средства для ухода за кожей дома в промежутке между профессиональными процедурами. Данная процедура выполняется клиентом с любым типом кожи один раз в месяц.
клиентам с жирной кожей 1-2 раза в месяц.